Всем привет! Сегодня я сделаю продолжение для моего старого видео и покажу вам некоторые необычные баги в Spore. Приятного просмотра! Начну с багов, которые попались мне. На этом видео видно, что машина смогла заехать в город, после чего ее вытолкнуло оттуда. А здесь произошел баг с текстурами планеты на этапе племя. А тут наземная техника проплыла под водой. А с этим багом я столкнулся, когда снимал предыдущее видео. Тут наземная техника решила, что она воздушная и взлетела. Кстати, она постоянно поднималась все выше и выше, пока вовсе не начала летать высоко в небе. Ну а теперь перейдем к багам, которые мне скинули вы или которые я нашел в интернете. В результате следующего бага существо застряло в гнезде и никак не может пошевелиться. А тут существо багом с легкостью залезло на достаточно высокую гору. А в этом видео показан баг с летающими конечностями роботов. Я решил попробовать повторить этот баг, и у меня получилось. Для того, чтобы это сделать, нужно поставить на существо руки роботов, а затем поставить вместо кистей стопы и потянуть за эту пупырку. Тогда ноги будут парить. Также в том же видео были некоторые баги с техникой в приключениях. А из-за этого бага существо не вылуплялось из яйца. А это достаточно известный баг, когда гнездо существ появляется в море и в итоге морской монстр ест существо игрока прямо на суше. Вот еще подобный баг. А здесь корабль хотел похитить существо, но у него не получалось это сделать. А в этом видео баг, из-за которого никак не получается переименовать существо. А тут дерево стало намного больше других из-за того, что его отпустили с большой высоты. Я попытался повторить этот баг, и у меня получилось. Важно еще то, что дерево нужно обязательно подобрать с этой планеты, иначе баг не сработает. А этот баг я уже как то раз показывал на своем втором канале. Тут существо улетело в космос на этапе племя. Кстати, еще странно то, что у существа в руке какая-то табличка, которая не должна быть на этапе племя. Ну а на этом видео существо бьется в конвульсиях. И напоследок покажу скрин с таким вот багом. На этом все. Спасибо за просмотр. Окей, мы часто кидаем снюс. Часто нет, понимаю вкус. Наши сюжеты это просто...